Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Альтер. Как вы заметили, Джина нет сегодня. Джин пытается заработать миллион, чтобы уехать куда-нибудь отдыхать. Я тоже хочу заработать миллион, но пока не знаю, на что я его потрачу. Давайте спросим у нижнекамцев, на что бы они потратили миллион рублей. Погнали! Хотелось бы узнать, на что бы вы потратили миллион рублей, если бы он у вас был? На путешествие, на родителям, родственникам. Ну так, распределить вообще, да? Ну да. Надо правильно ответить. Ну что хочешь, просто отвечай. Миллион рублей. Миллион рублей, ну миллион рублей. Ладно, давай доллар. Доллар, о, круто! Разойтись, да? Всем по квартире и уехать. Путешествовать по всему миру. Миллион, миллион. Я бы путешествовала. Вот. На самом деле, да, недвижимость я бы приобрела там, где я хочу. И чуть-чуть на благотворительность, почему бы и нет. Куда, например? Я бы объездила все страны. На миллион. На нашем море особенно очень опасно. Там преступность большая. На море? Да. Вот тоже Геленджик, Анапа, Сочи, там... Просто. Я читала недавно про свой. А ты? Я приехала в Москву. Она хочет учиться в Москве. Угу. И миллион вложила бы... В меня. В меня и уехала сама. Я бы ей помогала. Удачи, да, дочка? Так, короче, мама, тебе миллион, я уезжаю. Все, мы рады, мы счастливы. Вы, наверное, чувствуете, что я финансист, поэтому... Да? Что-то, ну, притянуло. Ну, хорошо, я... Миллион рублей, надо положить на депозит и все, и искать какую-то хорошую идею. Купил бы себе что-нибудь за город и дом, скорее себе типанчик. Для жизни спокойно, да. В будущем. Да, да, да. А вы? Тоже так. Может, жена вместе должны быть? Я уже давно как-то представлял, то, что если бы у меня были такие деньги, то я бы, конечно, их куда-нибудь вложил в банк, как сказал вот наш финансист. Мало что можно сделать на 1 миллион рублей, в принципе. Но если есть возможность, лучше купить какую-то недвижимость, пока она низкая в цене. Угу. Это все, что... А если вот у меня есть идея, вы можете стать как-то этим? Соинвестором? Да. Потому что одним из инвесторов будете вы. В принципе, можно, если эта идея, она меня как-то зацепит. Ну да, обычно... это надо заинтересовать. Ну да, то есть надо понять, что это есть, на каком рынке это будет реализовано, насколько вы чувствуете хорошо рынок. И все-таки, что эти деньги обернутся с прибылью. Но мне также хочется погулять и оторваться куда-нибудь, съездить отдохнуть. Просто люди здесь путешествия. Не-не-не, не надо дарить деньги тем компаниям, которые занимаются, на этом зарабатывают. Не надо. Это миллион, это не такие большие деньги. Если они у вас накопились, собрались. Вообще, когда сумма не такая супер-супер масштабная, а хорошие деньги зарабатываются только на эффекте масштаба, для этого надо где-то миллиард, чтобы что-то хорошее запускать, если уж так, глобально. Я не могу никак решиться либо копить деньги, либо их тратить. Но чаще всего получается, что я их просто тупо трачу. Я тут же посоветую, лучше положите куда-нибудь денежки на депозит в какой-нибудь банк из первой пятерки. Добрый день. А можно вам вопрос задать? Нельзя. Вот прикинь, у тебя миллион рублей есть. На что ты его потратишь? На маму. В принципе, миллион не так уж много, поэтому, скорее всего, не знаю, так на мелочи, какие-то бытовые мелочи. Ну, на этот, на машину, там, на маме машину. Здорово. По сегодняшним временам миллион, ну, что на него можно? Фактически даже машину среднюю, ну, да, среднюю, если да, только. Весь твой талант. На благотворительность. На благотворительность. Часть денег на обучение, часть денег родителям. Добрый день, девушки. Можно вопрос вам задать? Один простой вопрос. На что бы вы потратили миллион рублей? На детей. А ты? Я тоже. Ну зачем мне так много денег, правильно? Ну. Отдай мне. Не. Отдам лучше, ну, больным людям. На благотворительность. Полностью миллион, да? Ну, немножко мне, думаю, надо оставить.
На что, на еду? На еду? Я старый, мне ничего не нужно. Ну, путешествие, недвижимость, домик у моря. А почему море? За 1 000 000 рублей в море не купишь. Да. Но недвижимость может быть. А что, покутить не хочешь? Куда-нибудь улететь там, допустим? Да нет, зачем это надо? Россия, хорошо. Правда, не здесь, в Москве. Ну или квартиру где-то. На шире, на крайне. Здесь я даже думаю, что однокомнатную не купишь. Осень, парк опустел, пропали наши постоянники. Грустно. Грустно стало. Куда деваться, где теперь будем снимать, фиг его знает. Половину я бы отдала бездомным животным. Помнишь, бездомным детям? А половину оставила бы. Благотворительность. На благотворительность, да, вот? Тоже бы половину поставила себе, половину бы, не знаю, благотворительность. Можно Бали. На поступление в институт потратить деньги. С умом, короче. Да. Молодцы. А то не все так тратят. Мажоры собрались на обучение. Я бы потратил на развитие бизнеса для того, чтобы этот 1 000 000 превратить в 2, а эти 2 превратить в 3 и так далее. Только так. Красавчик. А ты? Не знаю. Машину. Он бы себе купил много пива. А себе бы оставил? Себе? Да, на сбережение. Просто лежал бы и все. Короче, надо вкладывать. Давай, бизнес. Не, реально надо вкладывать. Ты будущий финансист. Зачем просто тратить и покупать квартиру? То есть ты вложишь, надо из этих денег вкладывать еще больше. Да, ну либо недвижимость, либо куда-то вложить в банк. Да, лучше вкладывать. Можно в банк под процент, опять же, из денег. Да, да, да. Вот он. Патриот. Дебил. На что ты его потратишь? На помощь детям. Вложусь. А? Ну, типа операции, чтобы им сделали все. И себе не оставишь? Нет. Оставлю. Пока что у меня такие цели. То есть сначала хотя бы чуть-чуть подняться. Ну, что я, собственно, делаю. А что ты делаешь для этого? Работаю. Кем? На стройке, прорабом. Ага, неплохо. А давай помашем ручкой в камеру. О, круто. Наверное, половину отдал родителям. А остальное... Какой фонд отдал бы? Говори. Почему не будешь? Что за планы у тебя там такие? Ты можешь вам вопрос задать? Нет. Ну, мы ему так и зададим. Хорошо. Ну, ты рядом стой, рядом стой. А, ладно. Уехала бы. Куда? В Москву. Вложу что-нибудь. Куда? В банк. Я вот не знаю, у меня есть 1 000 000, я не знаю, что делать. На еду. Не, вот, а если серьезно? Машину бы купила. Машину? Да, машину. Кататься. Дом бы, может, купила. Нет, чтобы просто стояла. А ты? Я бы купила себе много-много одежды. А потом выпить. Сколько лет? Мало. Сквер-то, что, как тебе? Нравится, прикольно. А, не кажется, он пустым был? Кажется. А вот если бы у тебя был 1 000 000, ты бы его как-нибудь еще украсил? Скорее всего, нет. Вложиться, там, поблаготворить. Да, да, я, да. А я не дом. Верю в это. Куда бы ты его потратил, что бы ты сделал? Ну, в дело какое-нибудь. А ты почему не веришь? Я много очень не верю. Она думает, наверное, что деньги не идут не на благотворительный фонд, а куда-нибудь улетают. Да. Но если ты сама сможешь это проконтролировать. Ну, тогда я вложу. Я так могу улететь, отдохнуть на недельку, на 2 недели. Да? Да. Как так? У тебя много денег? Ну, на отдых найду. И в Дубае. Отдыхать? Жить, там с работать. Ну, улететь туда, главное, и все. И ограбить банк. В банках под процент. Нет, не выгодно. Не выгодно? Нет. А вот финансисты советуют, между прочим, мы вот разговаривали, уже много чего знаем, они советуют под процент в банк вложить. Ну, это самый безопасный вклад, можно сказать так. Ну, а ты хочешь у себя держать? Не у себя, вложиться куда-нибудь, рискнуть. А-а. Бизнес-идею какую-то? Да. То есть, если у меня есть какая-то бизнес, ты можешь стать инвестором, все инвестором? Может быть, да. Так, окей. Уже третий у нас, чувак. Я бы поделилась. Кем? Со мной? На благотворительность. А-а. Ну, а еще это часть, да? Да, да. Часть семью, конечно. Ну, я не знаю куда, но отдохнуть бы точно съездила на эти деньги. Ну, не прям на 1 000 000, конечно, но на какую-то часть. Девочки, привет! Как вы тут ходите? А тут же мокро.
Что только не сделаешь... Выложим. Что только не сделаешь ради крутой фоточки. Во всяком случае, для меня это сложно будет, их потратить столько денег. Это лишнее беспокойство. Я бы для пользы дела отдала в детский дом. Купила бы дом где-нибудь за границей. На 1 000 000 рублей? Ну как миллион... А, можно на проценты положить. Ну, положите, если только накопите, потом купите. Угу. Или машину. А ты все такая богатая? Нет, просто животным нужна помощь, наверное. Но очень животных просто любят. Да. Кроме нас, им никто больше не поможет. Отдохнуть там? Отдохнуть всегда можно и здесь. И на даче хорошо. И на даче. Там, как ну, это, знаете, не нужен нам берег турецкий. И чужая земля не нужна, у нас здесь все хорошо. Слава богу. Ну, отдохнуть ты не хочешь где-нибудь? Я уже отдохнула. Хватит, да? Кому нужней, понимаете? Я исхожу из этого, потому что я много уже прожила лет. И мне кажется, есть очень много людей, которые сегодня нуждаются. Действительно. Но я считаю, что по сравнению с ними я человек вполне обеспеченный и счастливый. А им надо. Пускай они радуются. Если будет такая возможность, ну, отдам, да, с радостью. На семью. Вот просто весь лям на семью. Да, на семью. На себя часть какую-то. В принципе, можно куда-нибудь ехать отдыхать. Да. Можно просто уехать отсюда. Да, можно просто уехать куда-нибудь, и все. Но никакая не благотворительность, ничего, да. Возможно. Ну, если останется, то почему бы и нет? Я не знаю. Квартиру на 1 000 000 не купишь, машину тоже. Нет, конечно. Тоже на семью. 1 000 000 слишком мало. Ну, мало, да. Но вот в наше время куда вот можно это 1 000 000 Ну, это ни на что не хватит. Совершенно. Ну, как? Отдохнуть куда-нибудь улететь есть? Дать, глобально. Нет. Вложиться просто? Нет, не на 1 000 000 Если долларов, то можно. Ну, давай 1 000 000 долларов. На что ты 1 000 000 долларов потратишь? Путешествовать, куда Светка? Да, мы енота бы купили. Енота? Да. На двоих? На двоих. Ну, может, нет. А еще, ну, енот не так дорого. Ну, что еще можно потратить? Да, спорткомплекс бы нормально построила. Нет. Стой. Что? Мы тут вопросы задаем людям. А на что бы ты потратил 1 000 000 рублей? На новую камеру. Полнокадровую. А, ну, я не знаю, там, ну, у тебя же 1 000 000. Это вот ты небольшую часть только потратишь. Я бы путешествовала, наверное. Ну, куда-нибудь только съездить и отдохнуть, и обратно везти. А вложиться ты бы не хотела? Или благотворительность, помощь животным? Может быть. Ну, нет, зачем? Лучше куда-нибудь отдохнуть и ехать. Ну что, как показал наш опрос, нижнекамцы хотят в основном вложить деньги в благотворительный фонд, либо под проценты в банк, либо недвижимость. Мало кто хотел как-то покуражиться и отдохнуть на эти деньги. Блин, 1 000 000 это не так много, как бы можно и покуражиться. Мне кажется, просто многие умолчали. А как вы бы потратили 1 000 000 рублей? Пишите в комментариях под этой записью. Вот. Также я хочу сказать большое спасибо группе Нижнекам ВКонтакте, то, что размещает наши видео. И всех вас приглашаю на наш канал Check It Out, где будут выходить различные интересные видеозаписи. Так что подписывайтесь, ссылочка тоже в описании. Всем пока, удачи!